前はこの建物にラップトップがあったけど、あ、弾薬でもありそうだ。おっと、おい、はいはいはい、びっくりした。あ、そうだ、ここピッキングできてないんだった。レーションだ。あとは上かな。あらららら、あらららら、ら、えらいことになってる。向こうの部屋かな。あ、リボルバー、トリガー付きか。あれ？何を見つけた？さっきのモンスター倒したってだけ？終わり？まあまあまあ。わあ、めっちゃ兵士いる。AK のね、威力をね、確かめたいんだけどね。メットかぶってるね。そして、まあ、一周してるな。あ！これやっぱアーマーをゴツゴツなものにしたせいでだいぶカモフラ率が下がってる気がする。ステルス向きではないな。ガスマスクを取ってこいみたいなことを言ってたけど、とりあえず建物に接近してみるか。いや、うちてもしかして意外と離れてるかもな。あ、でも草むらに入ってる敵はサーマルでも見えないのか。あれ撃ったらバレるな。あ、今いけるかも。もうちょっとこっち来い。撃ってみよう。あ、バレちゃった。でも強っ。え、アサルトライフル強っ。ヘッドじゃなくてもすんげえダメージ入るんだけど。こいつ重装備だ。あ、強あ、アサルトライフル。もうインベントリいっぱいだよ。いや、持ってるからいいや。ほんで、なんだこの痕跡。ここで合ってるね。ミハイル？あ、ガスマ、あ、これか。ちみちちょっとインベントリーの空きが。どうしよう。これいらねえな。なんだこの BGM。 ああ、この家でガスマスク回収したからミハイル助けに行けよって話だ。自分の分余分だったかな。じゃあ向こうの家行こうか。ここだ。あ、死体も見えてる。
これはイーゴル自身もガスマスクをつけた方がいいかな。あららら、ああもう拾えない。これいける？あ、そうだね、ガスマスクつけよう。フィルターは勝手に装填されてんのかな。大丈夫だ。うわうわうわうわうわうわうわ、換気しよう。おーい、ああなんだよ。え、いない。あ、いる。ミシャ、パディオム。え、パディオム、パライティ。ох ты ж。да что ж в этих бочках？ видимо какое-то отравляющее вещество。может смесь 78？ даже противогаз не спасает。надо найти Михаила и свалить отсюда поскорее。物質78。なんだそら。はい。待って、なんかいたのかもしんないけど見えなかった。はい、何こいつ。ああ、おい、え、ちょっとひびが、え、何、戦闘になるのこれ、もしかして。こいつ死んでるよね。はい、あ、いた。Прости, ты кто? Ты не мамочка. И ты не мой дядя. Ты спишь у нее в комнате каждую ночь. Я когда вырасту большим, я тебе хрен отрежу и в глотку твою засуну. Надеюсь, ты хоть кристалл с собой принес. Он мне так нужен. Очень нужен.Он про метамфетамин, что ли? Этот парень, правда, нарко какой-то. Сзади! Сзади! Ха! Ха! Нани! Койцу ва... Хейши ка? Даре да?兵士じゃないな。うわあ。いて。чёртова кристалла。ты никогда не получишь мой кристалл。урод ты。何を言ってるんですか。не трогай маму。向こうにアイテムが。うわあ、なんだよ、なんかさっきより偉いことになってね、これ。結晶化してる。あ、これか。おい、ねえし。え？ガス все больше。если не уберемся сейчас, останемся тут навсегда。отвали！ сука！ ты предатель！出ろ出ろ。Игорь, ты как тут оказался? Насчет базы данных НАР. Мы можем считать, что тема закрыта? Ты спас мой зад, и я благодарен. Но это не значит, что я тебе доверяю. Но ты можешь мне доверять. У нас общие цели. Угу. Я вот тоже так думал.Но ты завалил миссию! Теперь мне ясно, что это не так! Так что давай, увидимся! Или нет? Накама не сосую. Пойдем со мной на базу. Тебе не помешает отдых. Может, лучше в прятки сыграем?
Ты пойдешь нахрен и там спрячешься. Ты облажался. Подставил нас обоих. А теперь ждешь моей помощи? Хрен тебе. Слушай, Миша, прости, что мне пришлось отступить от плана. Не херожь себе! Ты не отступил от плана! Ты тупо попёр на пролом и все испортил! Знаю, я знаю. Но я пришел, когда ты был в ловушке. Беспомощный, один. Заблудившийся в галлюцинациях про твою маму и ее. А вот тут притормози, дружище! Ты можешь называть меня алкоголиком, говорить, что я нарк, преступник или насильник, мне насрать! Но даже не вздумай. Ты усёк? Не вздумай. Никогда говорить о моей маме! Ты понял меня или нет? Ладно, ладно. Да, я все понял. Тебе реально нужна помощь. Да! Мне была нужна помощь. Нужна была твоя помощь. А ты меня кинул. Вот и сказки конец. Просто приходи на базу, и мы все это обсудим, когда оба немного остынем, ладно? Ты только не пугайся, ладно? Я открою портал, и ты сможешь вернуться на базу. Хитомазу, накама ни декинно ка? ミハイルは喜ばない。まあそうだよな。他のオリビエのご機嫌取りを取ってミハイルのご機嫌取りは取らなかったから、仲間にはできても結局はこうなるんだな。みんなの要求を等しく好意的に受け取ってもらえるように選択するっていうのは不可能なのかもしれないな。はい、なんか全体的に空気が悪くなってるような。帰ろ帰ろ。Ты что вытворяешь? Жить надоело? Ну вот и что? Чего мы добились? У тебя, кстати, предсмертное желание есть? Ты все перепутал. Предсмертное. Только помирать не я буду, а они. Я не остановлюсь, пока не порву на части этих уродов вместе со всей их шоблой. Уж ты мне поверь. То есть это у тебя личное? Вендет такая? Личное? Не твое собачье дело. У тебя одна задача была — уронить гребаные сервера. А вместо этого ты решил поискать эту свою барышню. Эх, плевать. Мне сейчас надо кое-что другое выяснить. Ну ладно. Тогда не буду мешать. В общем, без обид. Береги себя. Таракан юри мендуксе. Атолиайзу шокурио тока хиротте ките куретеру. Орига ва сейкоу штеру? А, сейкоу штеру. Ёши. Де, Михаэлю га санка шита. 関係は多分最低の最低だわ。はい、レーション配給と。うん、とりあえず仲間が増えた。あと一人なんだよね。あ、ミハエルがこれなんだ。あ、急に仲間が増えてきたからスキルポイントが足りなくなってきたな。ミハイルはどこだ？セル、доброе утро、セル。Хватит меня так называть。Что ты хотел、ミシャ？Да стебусь я над тобой, расслабься。Скучно тут。Ты ведь раньше жил в Англии, кушал английский завтрак, устраивал себе five o'clock。Рассекал на Астон Мартине, потягивал мартини, крутился в высшем свете. Настоящий, сука, Джеймс Бонд. На завтрак я овсянку ел, если что. Да попустись ты, я шучу. Ходил я как-то на дело с британцами.
Нормальные ребята. Мешали столичную с Рэдбулом. Больные ублюдки. Миша, тебе заняться нечем, что ли? Я знавал одного парня, когда вел дела в Москве. Не совсем британец. Шотландец. Кажется, Дэниел его звали. Он был просто помешан на московских канализациях. Он искал проводника. Ну, я и устроил ему подземную экскурсию. Заодно еще истории чумовых рассказывал. О бомбоубежищах под Москвой рекой, в которых Путин спрячется во время зомби-апокалипсиса. О рептилоидах с Нибиру, которые контролируют, сколько сахара тебе в Старбаксе положат. Правда, он довольно скептически все это воспринял. Напоминает мне тебя в плохом смысле. Почему? Ты слишком много времени провел на загнивающем капиталистическом Западе, товарищ. Ха-ха. Ты понимаешь, о чем я. В общем, надеюсь, наш скромный образ жизни не слишком тебя шокирует. Поверь, в душе я остаюсь украинцем. Отлично. За это стоит выпить. Как только я найду что-нибудь, что горит. Хай. Канкей ва варуй. 寝床を増やさないとな。で、拠点を装飾することによってもスキルポイントっていうか経験値が貯まるから、またいろいろ整理するか。 2000 years later。 よし、整理終わり。シュミレーションは、あ、来た。欺瞞の網、NAR 関連かな。実行してみよう。何がわかるかな今度は。Да, товарищ, мы думаем, что объект может пролить свет на все загадки. Да, нулевой пациент. Она была беременна, всего пара недель.Да, мы тоже этого не ожидали. Нет, она не говорит, кто отец. Если верить данным наших друзей из КГБ, есть два кандидата. К сожалению, один из них уже мертв. これで、なん、早速だけど、タチアナの話じゃないよな。まさか。NAR の人体実験関連のシミュレートか。Конечно, товарищ, мы приняли все меры для обеспечения безопасности Амалиевой и ребенка. Нас это тоже интересует. Возможно, мы стоим на пороге великого открытия. Да, да, я буду держать вас в курсе. Господи, Таня, была беременна от меня? И это она была нулевым пациентом? Они с самого начала использовали ее для своих экспериментов.やっぱ立ち穴じゃねえか。イーゴルとの子か、あと。こっちか。官房、1990年。原発事故から5年ぐらい経ってる。Мой птенчик, мой милый малыш. Скоро ты увидишь голубое небо, луга, услышишь звуки океана, ощутишь запах сосен, почувствуешь тепло солнца на своем лице. Ты особенный мальчик. Тебя ждет светлое будущее. Я очень хочу, чтобы ты оказался как можно дальше отсюда и был счастлив. Ва, 子供と独房に入れられてるよ。完全に NAR の管理下に置かれているんだ。Не бойся, я всегда буду рядом с тобой, в твоем сердце, в твоих воспоминаниях. Найди меня там.
Пора. Нужно торопиться. Я люблю тебя, малыш. Мамочка тебя очень любит. Прощай. Таня была здесь пленницей. И ее ребенок. Кто-то забрал его. 連れ去られたというか逃したように見えるけど、子供を。で、これが1990年ってことはもう子供、その子供も余裕で成人してるぞ。まあ、いい頃おっさんだからね。この世界だと。あ、1年経った。Да, это прискорбно. Мои люди этим занимаются. Прискорбно? Да это полная жопа! Как вы это допустили? Если кто-нибудь узнает... Следи за языком, товарищ. Я в Афганистане воевал, когда ты еще пешком под стол ходил. У мальчика был сильный аутизм, он даже не разговаривал. Готов поспорить, он валяется где-то в канаве. Дихейшо? Найто ва умоу кедо, Михаэль но ано... Накама? 本人は仲間とは言ってなかったけど、あの忍者のことではないよね。К тому же он не мог сбежать сам. Кто-то ему помог. То есть это был кто-то из своих? Слишком рано делать выводы, но да, я думаю так. Значит, шпион, агент ЦРУ. Спай. Вам в КГБ везде шпионы мерещатся. Видимо, поэтому у вас арестов столько. Саддам вот-вот вторгнется в Кувейт. Уверен, у ЦРУ есть дела поважнее вашего исследования. Нет, это не ЦРУ. Это кто-то ближе. Ничего, я выясню, кто. Генерал, я хочу извиниться за свой тон. Я правда благодарен вам за вашу работу. Без вас бы мы не справились. Проект «Дуга» и наши исследования. Они могут оказаться важнее ядерного оружия, даже важнее космических войн. Дары дешоу, не? Нанка сакки мо мита ような башо да. На кону стоит многое. Можно сказать, будущее нашей Родины. Я уже поговорил с другими членами партии и... Товарищ, я скажу прямо. Советский Союз уже трещит по швам, и вряд ли его распад можно предотвратить. Я не ученый, но достаточно повидал, чтобы понимать это. Но вот Чернобылит, напротив, может стать ключом к нашему будущему. Мы должны сделать все возможное, чтобы подготовиться к нему. Значит, Таня родила мальчика, и он сбежал. Это мой сын. Боже, если так, я не могу. Соберись, Игорь. Похоже, КГБ хотел активизировать опыты с Чернобылитом. Возможно, они надеялись, что полученные данные смогут продлить жизнь Советскому Союзу. Очевидно, у них ничего не вышло. そういうことになると、じゃあフィールドのどこかで子供と会えるかもしれないのか。子供ではないけど。